Саратовские кондитерские фабрики готовятся к новогодним праздникам. В Министерстве сельского хозяйства три крупных компании региона представили сладкие подарки. Презентация продукции прошла в рамках акции «Выбирай Саратовское». Производители представили более сотни комплектов новогодних подарков в различной упаковке. Начиная от картонной, заканчивая дизайнерскими вариантами в мягких игрушках и из текстиля. Средняя стоимость праздничного набора лакомств, произведенных на саратовских фабриках, составляет около 100 рублей. По словам специалистов, продукция областных кондитерских фабрик достойно оценивается на российском и зарубежном рынках. Представители Саратовской области, они могут вполне конкурировать не только с московскими производителями, но и даже с производителями за границей. Мы стараемся в наших технологиях использовать в то же время и качественные ингредиенты, и, конечно, чтобы сохранить цену, потому что сейчас, особенно в наше сложное экономическое время, да, все-таки цена играет очень большую роль на нашем рынке. Стоит отметить, что производством кондитерских изделий в Саратовской области занимается 37 предприятий. Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 400 наименований. Средняя мощность этих производств за год составляет около 70 тысяч тонн. Саратовские кондитерские изделия пользуются спросом не только в нашем регионе, но и за границей, например, в Германии и Израиле.